Короче, в полку, значит, здесь манеж полка, где будет занятие подготовка личного состава всадников, также подготовка коней для службы в лесопарковых зонах на массовом предприятии. Здесь представлена у нас защита, экипировка, амуниция конского состава. Зарекомендовалась защита глаз, ногавка, защита ног. Здесь представлено кавалерийское оружие, которое у нас используется в качестве церемониальных мероприятий. Значит, это 20-го года производства, выпуска 41-го года, 50 офицерская шашка и кавалерийская шашка. Ну и защита кавалериста, что у нас в одном подразделении служат и кавалеристы, и туристическая полиция. Два батальона кавалерии и специальный батальон, один туристическая полиция. Сейчас вот представлено туристическая полиция. Чемпионат мира по футболу, который рекомендовали туристическая полиция с лучшей стороны. Очень много обращений было иностранцев, оказывали содействие не только пропажи вещей, которые не с туриста могли потерять где-то или забыть в баре, но и по ориентированию в Москве, куда как пройти. Значит, сейчас на данный момент на конкурс попасть в туристическую полицию, к нам по 10 человек желающих. Один, только одного принимает. Здорово. Значит, привлекающий. Так точно. Лошадки красивые все. Беленькие все, слушайте. Да, у нас целый взвод чисто орловцы. Есть взвод буденовцы, есть тракены и ганноверы. Основные породы, которые используются на службе полку. Владимир Владимирович, спасибо, что нашли время посетить нас. Мы очень рады вас видеть. Спасибо за приглашение. Мы знаем, что вы умеете ездить верхом на лошади. И подготовили для вас коня. Прокатитесь с нами. Да, прокачу. Спасибо. Спасибо большое за подарок. Мне показалось, что достойно было защищать порядок в городе Москве. Спасибо большое. Спасибо. Вам спасибо. Ну, у вас уникальное подразделение. О, 800 человек. 867. И одна треть это женщины. Девушки, да. Наши девушки. Но у нас все больше и больше женщин работает. Так точно. В правоохранительных органах. И все фанаты своего дела, любят животных, не могут жить без именно этой службы уважения животных. Я вижу. Силовые структуры почему сейчас? В МВД в целом сколько у нас? 26 с лишним процентов, да, женщин? Да, да. 26% лишних женщин в целом. Это девушки все активнее заявляют свои права на новые компетенции, даже, на новые профессии. Удобно службу нести, когда паре патрулирует мальчик и девушка, и легче находить общий язык с гражданами, которые обращаются по тем или иным вопросам. В лесопарковой зоне, когда они патрулируют, количество управления действительно резко снижается. Ну, потому что те, кто хотят
покончить жизнь самоубийством, когда на вас посмотрят, наверное, сразу жить хочется. Как у нас шутят, наверное, что нужно делать для того, чтобы сохранять фигуру. Три элемента. Тренажер, массажер и ухажер. У вас такие ребята классные, что они запросто выполнят все эти три функции. Ну, две, вторую и третью точно. Поэтому я желаю вам удачной службы, счастья, в том числе личного счастья. И поздравляю вас с наступающим праздником, с 8 марта. Спасибо. Спасибо вам большое за приглашение. За то, что вы к нам приехали, поздравили нас с этим весенним наступающим праздником. И вот в подарок хотели бы подарить вам эту подкову на счастье. Спасибо. Спасибо большое. Благодарю вас. Праздником, да. Спасибо. Фотографируйтесь на и спасибо вам. Спасибо за приглашение. Молодцы! Раз. Лучше мне в техниках маршала ездить. Да ладно. Посадка у вас нормальная. Остальные это будет. Спасибо вам большое. Да. Спасибо. Спасибо нам уж подарили нашим коллегам. Будем помнить. И спасибо, что поддерживаете связь с подразделением. Помогаете. Без кавалерии я не могу, но кавалерия остался. Готов... У меня 6 лет, мне даже бабушка подарила. Ну и кавалерия не может без таких, как вы, так что вам ну спасибо. Ну вот большое. Я по эскадрону ухаживал за жуком, который... Да-да, мне говорили. Да. Счастливо. Все хорошо. Большое спасибо.